В здании администрации Ленинского городского округа состоялось заседание торгово-промышленной палаты муниципалитета. На повестке дня стоял лишь один, но очень важный вопрос – создание нового комитета. Теперь в организации есть направление по поддержке и развитию спорта. Туда вошли руководители коммерческих фитнес-клубов. Комитет должен стать площадкой, где предприниматели смогут делиться опытом, решать важные вопросы, инициировать проекты и пропагандировать здоровый образ жизни. Первое заседание посетила заместитель главы администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова, которая отметила важность наличия данного сообщества. Помимо частного бизнеса, к работе комитета с интересом подключаются и муниципальные учреждения.